сегодня пробуем инерциевой на 220. Поставил колесо. Посмотрим, вот поставил, значит, соотношение на реле 0,1 секунды. 10 десятых, то есть 1 секунда. То есть 1 десятая и 1 секунда. И давайте попробуем, посмотрим, как она будет работать. Приварить генератор сзади на него и приварить колесо на сварке, и все, вот он готовый инерциевой. ДПД тут не имеет детекции, здесь все творится, работает 0,1 секунды только, а сколько потребляет, сейчас посмотрим. Потребление. Потребление тока. Мотор на 450. Сила работает, видите? Сначала он колупался в разные стороны, но его приварить надо все равно. Хотя же центробежная сила пошла. И никаких пусковых токов почти нет здесь. Потому что скорость не теряется. Все это сказки, блядь, инерциевой. Это уже готово инерциевой доделать только. Приварить там, генератор приварить. То есть вот такая модель нормально будет. Сейчас посмотрим его затраты. Так. Пока выключим. Ну сколько еще крутится? Уже выключили, еще минуту крутится. Видите? То есть черпай ток, раскрутил и черпай ток сколько хочешь. Затраты сейчас скажу какие. Затраты. Так. 1 минута 21 секунда прошел круг. Это значит 60 плюс 21. 81 секунду. Помножим на 300. 24 300 разделим на 3600. 6,75, значит. Трата тока 6. Так. 1000 разделим на 6,75. 148 ватт, а должен тратить 500 ватт, то есть затраты 500 разделить на 148. Уже КПД тут получается 337%, но вы не считаете еще того, что он только 1/10 вот берет, 148 за 1/10. А потом по 500 у него идет. По 500 идет, значит, 11 раз. Вот и считаем. 500 помножим на 11.
5500 и разделим на 148. Помножим на 100. КПД такого устройства 3000 где-то, 3716. То есть осталось что мне? Это я просто как бы на проверку, поэтому тут особо критикой мне не надо предъявлять. Мне надо было проверить, как я проверял на всех режимах, на 220 проверял, но без маховика проверял, потому что не мог закрепить. Сейчас там с горем пополам закрепил маховик, проверил. Результаты отличные. Что там говорить? Осталось что? Приварить это колесо. Хорошенько приварить его на сварку. Там у меня просто насажено. Поэтому хлопает без всякой сварки. Сзади приварить генератор лучше вот. Генератор тоже у меня есть на 600 ватт, но это мало. Лучше, как говорится, покупной. На полтора киловатта. Да, на полтора где-то, если это 500. На полтора киловатт нормально будет. Все. Электроид готов. То есть КПД такого устройства 3716%.